Приветствую, друзья, вас на своем канале Тимошевский Техник Универсал. Значит, на сегодня у нас в ремонте сварок ТИГ-200 ДСП из серии ПРО. Значит, на этот раз он его не срабатывал клапан. То есть, было подозрение, что вышел из строя клапан. Но оказалось на самом деле не так. Аппарат работал несколько лет. Видно это по пыли, кое-что я прочищал, но все равно пыль осталась. То есть по отзывам аппарат очень хороший. Значит, выявилась неисправность в исполнительном элементе. Вот здесь, где реле, силовое реле. Рядом же элемент, исполнительный элемент находится. Так, сигнал управления поступал на команду клапана, а силовой элемент не срабатывал. Вот, был заменен транзистор, был заменен стабилитрон. Дело в том, что схемы нет и платы нет. В плате не указано напряжение стабилитрона, пришлось подбирать. И вот подобрал я нужный номинал, и все заработало нормально, никаких проблем нет. Да, еще заедают еще вот эти вот быстросъемы, тоже смазал силиконовым маслом для нормальной работы, иначе они тоже подклинивают, плохо ходят. Вот рекомендации, у кого есть, смазывайте силиконовым маслом. В остальном аппарат, будем говорить, неубиваемый, все это нормально, бывает такое, но это все мелочи жизни. То есть без схемы в этом аппарате разобраться как бы можно, знающим, понимающим в этом деле. Вот такой вот аппаратик, мозги у них у всех одинаковые, как я понял. Возможно, такие же мозги идут и на АСДС, возможно, потому что по фолкам АСДС у нас такого типа реже, гости совсем редкие, поэтому, но платы там похожи, я смотрел. Возможно, прошивки только отличаются. Дело, может быть, и шлейфом, хотя надо смотреть, но вроде так, на вид похожие все. Вот, в этом ролике вот хотел я рассказать про такую неисправность, что сложного ничего нет. Силовую часть на это, на таких аппаратах менял, приходилось. Диодный мост как бы нормально, еще такого не было случая. И вот с клапаном сейчас встретилась. С осциллятором были проблемы, тоже видеоролик был. Вот с первого раз попалась у меня с клапаном. Ну ничего, проблема решаема. Как говорится, на месте все быстренько. Поэтому возьмите на заметку. До связи.